Vadi Paschatyade Shatarine Vanchaka Pataru Vyaksha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavyo Jashvi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Шибрупада Ки. Итак, дхьяна-йога у нас, аштанга-йога, и были описаны йога-рупа процессы. В этой аштанге мы с вами прочитали и рассмотрели 8 этапов, 8 ступеней этой йоги, и было несколько интересных вопросов у нас. Вот вопрос по поводу формы ума, как раз он очень самый, я думаю, интересный, поскольку йога здесь идет вообще работа с умом, ум друг, ум враг. Поэтому, еще раз я говорю, я хотел бы, чтобы каждый ощутил это счастье, которое не находится на уровне ума. Вот это важный момент. Счастье преданности. Счастье – это разные виды счастья, разные виды экстаза. И счастье преданности, оно внешне не всегда, а даже, скорее всего, часто не выглядит спокойным. Вот. Оно связано, как правило, с какими-то преодолениями, с какими-то трудностями в этом мире. Поэтому, чтобы преодолеть эти платформы ума, нужно предаться Кришне, нужно проповедовать, быть занятым в миссии. Вот если, как сегодня был вопрос, если некому проповедовать, всегда есть ум. Можно проповедовать ему хотя бы. Но так или иначе, вот это преодолеть эту платформу «я хочу, не хочу», да, и подняться на более другой уровень. И это счастье дает Кришна. Когда оно приходит, вы его ничем не спутаете. Да? Вы его ничем не спутаете, вы получите этот опыт. Поэтому мы сейчас переходим к практике йоги, к практике аштанга-йоги, которая здесь будет описываться. И 10-й текст, мы еще можем потом, если время останется, как поглубже раскроем эту тему духовного счастья. Тело, ум и душа йоги должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств. Да, йог должен жить в уединенном месте. Для нас это также означает жить где? В обществе вайшнава. Да, общаться с преданными – это и есть уединенное место. Шибрупада пишет, человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно знает, что все принадлежит Кришне и не считает себя владельцем чего бы то ни было. Поэтому он ничего не желает для себя. Он принимает только то, что благоприятно для практики сознания Кришны, и отвергает все неблагоприятное. Простая формула – принимать все, что благоприятное для практики, и отвергать неблагоприятное. Достигший устойчивой вот этой стадии, йога-рудха стадия, да, йог, он удерживает ум на абсолюте, описывается. Самое главное для йога – постоянно держать свой ум сосредоточенным на Кришне. Он должен всегда помнить Кришну, не забывать его даже на мгновение. Тот, кто сосредоточил ум на Всевышнем, находится в состоянии самадхи или транса. Всегда помнить о Кришне, никогда не забывать. Вот всего два правила, вот, которые у нас есть. Давайте текст 11-12. Для занятий йогой надо найти чистое уединенное место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или наоборот слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны. Ну вот, собственно, гардероб йога описывается. Не так уж много вещей. Трава куша, асана, да, из шкуры оленя, ткань, она таким образом пропитана, этот запах, он отпугивает змей, насекомых всевозможных. Прабхупада пишет, тот, кто не способен управлять своими чувствами и умом, не может заниматься медитацией. Поэтому в Брихатной Радия Пуране сказано, что в нынешней век Кали-югу, когда люди живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и постоянно испытывают множество беспокойств. Самым лучшим методом духовного совершенства является повторение святого имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
13-14 тексты. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточиться, глядя на кончики носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Да, Ачалам, он сидит, Ачалам. Есть Чало, Чало, мы знаем здесь, а Ачало это... Неподвижно. Не то, что он раскачивается в сторону там. Йог он так не должен. Бхакти йог может раскачиваться. Вот. Йог должен сидеть прямо, неподвижно. А, прасан-татма, он успокоил ум. Ум спокоен. Что еще тут у него? Вегата-бхих, лишен страха. И брамачари-браты, брамахемифической пустоте. В творении Бога нет пустоты. Прекратить материальное существование, значит войти в духовный мир, обитель Господа. Шантим нирвана парамам. То есть и следующие два стиха будут описывать правила, необходимые для успешной практики йоги. Человек никогда не станет йогом, если ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Да, регулирует еду и сон. Мы уже говорили, что там эти йоги едят. Но вот им рекомендуется контролировать прием пищи и сон. Какая у них диета? Иногда, кстати, Гасай Махарадж в одной лекции рассказал, 8 горчичных, 8 этих зерен черного перца и ложка меда. Вот. Не переедать, там, не 9, не 10. Вот. Это Кришна говорит, Арджуна, ты хочешь туда пойти? Вот, сидеть там, корешки жевать. И то ты будешь регулировать. Итак, желудок обычно наполовину полон едой, на четверть водой или какой-то жидкостью должен быть. И четверть должна быть наполнена воздухом, мы знаем из аюрведы, чтобы огонь мог перевариваться, чтобы огонь мог гореть и пища перевариваться. То есть, если баланс вот этот нарушается, запомните один раз, и все, можно не ходить уже на лекции по аюрведе. Да, желудок наполовину наполнен едой, на четверть водой и четверть воздухом. Если этот баланс нарушается, приходят болезни. Вот. Вот и все. Поэтому не нужно ни переедать, ни голодать ходить. Таков путь йога. Как понять? Объем? Объем. Половине течет отдавать? Но если ты подрастянул желудок, вот, объем меняется, естественно. Изначально. Один объем. Говорится, да, что вот у кого какие ладони. Тут настолько счастлив. Столько еды туда помещается. От голодания тоже увеличивается количество воздуха, на самом деле, в теле. Пранаяма, прана нарушается тоже, ваю приходит в равновесие. Выходит. И поэтому, когда излишние аскезы, они тоже, они беспокойство доставляют. И тело разрушает, и ум беспокоится. Поэтому нужно быть гармоничным. А чрезмерный сон, если человек много спит, что происходит? Тоже влияние невежества. Голова такая, он встал опухом, он там спал 18 часов. Один человек мне сказал, да, говорит, один человек мне сказал. Я, говорит, сейчас с работы уволился, говорю, что, девушка, 18 часов сплю, ой, я уже трудно представить. А если мало человек спит? Ну, неестественно, мало. Разум не отдыхает, да, и он такое напряжение все время находится. Я знал одну преданную из Японии, она мне рассказывала, что она спала, ну, по 3-4 часа в день, несколько лет. И вот она как раз сейчас по 15-16 пришла, отдача такая, вот не может говорить просто. Поэтому нужно урегулировать эти вещи. Не будем долго давать я сейчас на юридические темы рассуждать, 17 текст. Кто-то умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может заниматься йогой, избавиться от всех материальных страданий. Юкта упорядочен, под контролем находится, да? Вот. Такая йога избавляет от страданий. Дукха-ха. Ати Дукха-ха. 18 текст. Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. И когда он достигает совершенства, как раз юкта, совершенство, утвердившись в этом, Яда виниятам читтам.
Да, читта, под контролем находится ум, и что тогда? Он поднимается на духовный уровень, сосредотачивается. Все вот эти все главы о контроле связаны с контролем ума и чувств, да? Здесь описывается, что также сознание йога, оно сравнивается с ровным пламенем. В дальнейшем мы это все прочитаем. Давайте прочитаем, знаете, что все стихи вообще до 32-го подряд. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутреннюю сторону духовного я. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Йог своими духовными безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех, без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума починить себе все чувства. Постоянно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Свое качественное тождество с абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Так обуздав ум и чувства и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны и обретает высшее совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающими во мне. Воистину, осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду. Для того, кто видит меня во всем сущем и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я – суть одно. Такой йог всегда, при любых обстоятельствах, остается во мне. Совершенным йога по Арджуна называют того, каждого с собой в счастье и горе все существа поистине равны. Да, вот это раздел, потом уже Арджуна рисоваться. Вот. Итак, йога, контроль. 20 по 23 стихи, которые мы прочитали, там был описывался опыт йога, который достиг этого уровня сознания Брахмана. Вот. И в 24 стихе, если вернуться, нечаянно он с решимостью занимается, да, неуклонно, а не врита чета сам. То есть нужна решимость определенная в занятии йоги. Не так, что вот сегодня хочу, завтра не хочу. Никакого успеха ты не достигнешь. Здесь постоянно нужна решимость. Об этом Кришна говорит. 25 стих, он говорит, что это постепенно, шаг за шагом происходит. Шанайр, шанайр. Да, необходимо, кроме решимости, какое качество терпения. Да, человек, он решительный, но он терпелив также. Вот. И 26 стих уже, да, способы достижения успеха описывается, что ум находится под влиянием гуны, страсти, нишчавати, он чрезмерно возбуждается, да, он чанча, он неизменный, астхира, он неустойчивый. То есть это означает, практика необходимо опять вновь и вновь возвращаться к практике нашей. Куда бы, если мы не оставляли какой-то практики, мысли куда-то уходят от Кришны, вновь и вновь йог, он должен возвращать этот текст. Вот. А можно достичь разного видения, пандита сам, равного вот это видение, пандита самадаршина. И такого же уровня можно достичь, занимаясь аштанга-йогой, в этом выводе.
вот этого описания этих стихов. И мы пойдем дальше. 33 по 36 текст. Ой, а можно вернуться? Да, к какому? К какому? 19. Давайте. Здесь он говорит, что Йог, он стремит внутреннюю духовное я. А почему не Брахман, он не духовное? То есть сначала он ищет себя, а потом уже Брахман. Он смотрит внутрь, пытается вообще что-то там разглядеть. Вы должны четко понимать, что вы не можете увидеть себя без параматмы. Мы сейчас на обусловленном уровне думаем, ну вот я вижу либо себя, либо параматму, куда смотреть. Вот. Параматма – это как солнце. Когда солнце встает, что-то видно. То же самое происходит и с проявлением ситха-дехи, описывается, когда открывается вечная сварупа дживы. Она не открывается сама по себе, что «Ой, я теперь понял, я там павлин в духовном мире или гопи». Там, или кто угодно, кустик. Вот. Только можно это увидеть в связи с Кришной. Понимаете, да? Поэтому, когда Бхагаватам или Бхагавадгите вот эти вещи описываются, мы должны четко понимать, что свою природу, свое истинное я и свое предназначение можно увидеть только в связи с Богом. Ваша форма, ваша сварупа, ваше настоящее я, оно может открыться только в связи с Кришной. Поэтому мы смотрим на отношения. Да, когда видим Кришну, и тогда проявляется все. Мы не можем себя увидеть без Кришны по-настоящему до конца. Вот. Поэтому здесь это не так принципиально. Слово «атма», оно бывает, имеет разные переводы. Ну там дальше, вот, дальше в 20-м говорится, благодаря чистоте ума наблюдается посольство истинное. Истинное «я», Прабхупада же объяснил, в чем истинное. В чем истинное «я»? Служить Кришне. Мое истинное я слуга. Не просто истинное я, что я лампочка. Сияю. Это не истинное я. Это просто один из элементов осознания Брахмана. Да? Истинное я приходит в понимание, когда человек видит себя слугой Бога. Тогда открывается и Кришна, открывается, и открывается, соответственно, ваша природа. Вот в этих отношениях. Но здесь описывается как раз состояние вот этого йога, я уже сказал, 20-23 стих, который еще не до конца понял свою природу, вот это соотношение слуги. Но он понимает, что он отличен от материального тела и ума еще. Такой уровень. Уровень осознания брахмана. То есть на этом уровне уже радость и счастье как бы происходит? Радость и счастье бывает на всяких уровнях. Собака съела кусочек, вон вы выкинете что-то, она счастлива тоже. Вот. Здесь счастье – это сознание брахмана. То, что вы не тело, и все ваши проблемы оказались иллюзорны. Уже хорошо. Неплохо. Понимаете, да? Вот здесь счастье описывается йога, которая осознает вот это состояние брахмана. Но Прабхупада, он не останавливается на этом, и он всегда призывает нас понять, что вы не просто не тело, а что вы слуга. Вот. И этот йог, он должен дальше погружаться. Вот это 20 по 23 стихи, и как раз это состояние этого йога, уровень его описан. Какие-то, если есть вопросы, если нет, идем мы по нашей программе. Следуем за Арджуной. 33 текст. Арджуна сказал: «О Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». Практика йоги кажется мне... Бывает такое состояние, да, что часто, но преданные, ну, некоторые, они могут с утра, они сразу смотрят сообщения, как пришли на телефон, ВКонтакте, новости какие-то. И вроде бы ты с вечера настолько решительный, чтобы начать внимательно повторять мантру, но ты не можешь не ответить на эти сообщения. Вот. И начинаешь с утра на письма какие-то очень важные отвечать или еще что-то. Вот. Даже преданному даже тяжело контролировать на самом деле, свой ум бывает. И Арджуна подтверждает, что ему тоже непросто. Да? Шивапада пишет в комментарии: «Жизнь людей в этот век коротка. Все ее не проводят в тяжелой борьбе за существование. Они не принимают всерьез даже простые, легко выполнимые виды духовной практики. Что же тогда говорить о более сложной системе йоги, которая требует особого образа жизни, определенного положения тела во время медитации, тщательного выбора места, полного отстранения ума от материальной деятельности?
Будучи человеком практичным, он кшатрия, он практичный человек. Кшатрия, они всегда практичные очень люди. Не теоретики просто. Вот он говорит, ну как в жизни-то применить это знание? Будучи человеком практичным, Арджуна понимал, что эта практика йоги ему не по силам, хотя у него было очень много достоинств. Арджуна был очень достойной личностью. Но даже он, Кришна даже здесь его не сильно уговаривал. Он просто ему описал, что его ждет. Если он начнет практику в уединении. Арджуна сам понял. Не, говорит Кришна, ну, тяжело контролировать ум, да? И, ну, такой вопрос, а как же на практике тогда, когда сражаешься, особенно видеть друзей, врагов, равных, самодаршина, да? Как Юдхиштхира и Дурьотхана. Ну, вот. Невозможно, потому что ум, он постоянно находится в такой тревоге, он говорит. Прабхупада пишет, если так обстояли дела 5000 лет назад, что же тогда говорить о сегодняшнем дне? Те, кто пытаются имитировать эту практику, посещая пресловутые школы и общество йоги, лишь напрасно теряют время. Хотя и думают, что они добились каких-то успехов, они пребывают в полном неведении относительно истинных целей йоги. Прабхупада непримиримо поддерживает Арджуну. Дальше, или понятно это? Да? 35-й текст. 34-й. Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер. Чанчалам химана Кришна. Да, он чанчалам беспокойный, сильный, упрямый. Укротить его труднее, чем остановить ветер. 35-й текст. Господь Шри Кришна сказал, о могучие руки сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий. Да, практика все равно должна быть. Какая-то практика, которой нужно работать. Шри Прабхупада пишет, первый и самый главный из них, из способов, это слушание повествования Кришне. Это очень могущественный вид духовной практики, позволяющий полностью очистить ум. Вот и все, Шраванам и Киртанам. Надо слушать о Кришне ежедневно, находить время для этого. Выслушав Арджуну, Верховный Господь согласился с тем, что усмирить свой вольный ум невероятно трудно, но в то же время он говорит, что это можно сделать с помощью соответствующей практики и отказа от мирских удовольствий. Вот. И в чем же заключается практика, Прабхупада нам объясняет. Да? Абхьяса и вайрагья. Абхьяса – это практика, вот, как болезнь лечится, да, какие-то регулирующие процедуры даются, правильные действия, вот, которые предписал гуру. И вайрагья – это отказ от чувственных наслаждений. Как он называет Кришну в этом 35-м, Арджуну, то есть в этом 35-м стихе? Махабаго. Что это означает? Ты сильные руки, ты могучие руки, ты мощный человек, ты победил врагов. Но если ты победишь свой ум, тогда уже по праву можешь носить этот титул Махабаго. Да, Каунтея, о сын Кунти, я помогу тебе, ты же сын преданный. Ты не волнуйся, ты связан с Кунти Деви, а Кунти моя возлюбленная преданная. Прабхупада пишет, слушание повествования о божественных деяниях Господа Кришны – эффективное средство для лечения помешавшегося ума, а принятие пищи, предложенной Кришне, диета, необходимая страдающему пациенту. Таков процесс лечения с помощью метода сознания Кришны. То есть Кришна Катха и Прасад. Попели, потанцевали, пошли поели. Поели, пошли, потанцевали, попели. Вот наш метод Аштанга Йоги. Нашей. 36-й текст. Для того, чей ум не обуздан, самоосознание не посильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково мое мнение. Вот так. Итак, тот, кто пытается заниматься йогой, в то же время предается мыслям о мирских удовольствиях, Шабрупада пишет, да, похож на человека, который старается разжечь костер и в то же время поливает дрова водой. То есть стремление к чувственным наслаждениям даже внутри, не говоря о том, что он не воздержан как-то, это все равно непросто, вот, и это, от этого надо человеку избавиться.
Обязательно нужно обуздать ум, иначе душ парага, это будет непосильный труд, непосильный труд. Если мы не уделяем время практике обуздания ума, вовлечения его, да, в нашем случае, как мы говорим, договорился я с умом, я его вовлек, правильно, на основе разума с ним договорился, вовлек в духовную практику. Если мы этим не занимаемся, то это тяжелый труд будет, духовное продвижение. Итак, Арджуна начинает переживать за других, вот уже здесь, в 37 стихе, да. Те, кто идет по этой лестнице йоги, но они падают. 37 текст. Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, престившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?» Такие тоже случаи бывают. Очень часто в этой практике люди они не достигают совершенства уже за одну жизнь точно. Вот. Поэтому Арджуна интересуется, что с таким йогом будет. Прабхья-йога самсидхи. Да, не достиг, а прабхья-йоги самсидхи не достиг совершенства. Прабхупада пишет: главное из них — недостаток серьезности и решимости следовать избранному пути. Став на путь самосознания, значит, по сути дела, объединить войну и иллюзии. Прабхупада здесь про решимость все равно говорит. И 38 стих. Сомнение у Арджуны возникло в связи с этим. «О могучий Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища?» Сомнения, видите, возникли. Гуру обратился. То есть ни в духовной жизни, ни в материальной. Ни там, ни в материальной ни в жизни ничего не достиг. Да, вот, посвятил себя практике духовной, и в духовной никаких результатов. Шупрапада пишет: «Иногда часть маленького облака отделяется от него и прибивается к большому, но если она не присоединяется к нему, то унесенная ветром исчезает в небесных просторах». 39 стих. «Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений». Этам самшаям Кришна. Кришна знает, да, настоящее, прошлое, будущее, как он сам о себе говорил. Он, в принципе, все знает, и он может развеять вот эти сомнения связанные. Итак, 40-й текст. «Верховный Господь сказал: о сын Притхи, йогу, вершающему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Анекдот по этому поводу вспоминается, мне недавно рассказали. Не связан с Бхагавад-гитой. Сказать вам? Развеять вашу натужность в Аштанга-йоге. Две девочки сидят на крыше и плюют в прохожих. Одна добрая, другая злая. И злая два раза попала, а добрая 10. Зло никогда не одолеет добро. Сейчас это и шлока, и там зло никогда не одолеет добро. Просто совсем подряд. Смотрите, он говорит: ничего ты не теряешь, дорогой мой друг Арджуна. Ничего, вообще. Сразу его успокоил. И йоги, говорит, эти ничего не теряют. Иха как переводится? Здесь, в этой жизни они ничего не теряют. И амутра. Там. Следующее. Ни иха, ни амутра. Они ничего не теряют. Поэтому на этом пути нет потерь, он говорит. Не волнуйся за этих людей. 41 текст. Планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождаются в семье праведников или богатых и знатных людей. Шабрупада, смотрите, в комментарии пишет: есть две категории йогов, следите, да? Не сумевших достичь совершенства. Две категории. Те, кто оставил занятия йогой, едва начав их, и те, кто сошел с этого пути, пройдя какую-то значительную его часть, то есть начинающие йоги, только мы начали, присоединились духовной практикой, стали заниматься, и те, кто уже что-то достиг духовной практики, но не достиг совершенства.
Итак, первые отправляются на планеты, куда обычно попадают благочестивые существа. То есть вначале говорится о первой категории. Шучинам, Шиматам, Гехи. Да, он родится в доме богатых, праведных людей. 42-й текст. О других поговорим. Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Кули бхавати дхиматам. В семье глубокого, дхиматам, постигшего духовную науку человека. Это другие, кто по более возвышенные, они не просто богатыми родятся в хорошей семье, там у них материальное благополучие, все-таки он родится у преданных. Ну, то есть, да. Вопрос. Тогда получается, все дети Бхактивинода Такура, они из разряда таких? Конечно, необычные души. Необычные. Не только дети Бхактивинода Такура. Если ваши дети у вас рождаются, вы должны четко понимать, это, ну, если вы уже практикуете, и они попадают в эту среду, что эти люди достойны были, чтобы сразу с детства узнать о духовной практике. Ну, то есть они уже далеко не новички. Мы все тут далеко не новички, вот, в чем-то. Вот. Но совершенства, похоже, еще не достигли. Топчемся на месте. Очень необычные, надо с особенной как бы относиться к этим детям. Не факт, что они достигнут совершенства в этой жизни, родившись у вас, но шанс, возможность предоставится. И какое-то маленькое зернышко еще в свою копилочку они могут положить. А могут и достичь совершенства. Поэтому здесь сам принцип дается, что если человек занялся, у него карма улучшается, благочестие развивается, и он рождается в семье богатых людей и, в принципе, может не заботиться о материальном пропитании, существовании, а чисто заниматься духовной практикой. Это же помогает тоже. Вот. Но не факт, что попасть в хорошую атмосферу, он продолжит духовную практику. Но я как раз не о том стихе, там, где говорится, вот это, что у благочестивых материалистов он родится. 42-й, да? А именно вот за 42-й, там, где говорится, что он большую часть пути прошел, он родился именно... Семье предков. Шупрапада вот пишет комментарии. Но все же, по милости Господа, еще сохранились семьи, которые из поколения в поколение воспитывают преданных Господа. Из поколения в поколение. Родиться в такой семье, несомненно, большая удача. Шупрапад тому пример. С самых детских лет он родился в семье, где ребенком ему разрешали проводить радхаятры. Мы знаем. И он всегда был благодарен. Он говорит, мой отец меня научил всему. Мой гуру научил меня, как миссию распространять. А практики бхакти, преданного служения, говорит, я уже от отца получил. Естественно, он со вкусом все это делал уже с самого детства. А да. Почему дети падают, не пошли по духовному? Почему? Мы же не знаем, кто пошел по духовному. Если человек не присоединился в ИСКОН, не обязательно, что он куда-то не пошел, не туда. Родились в духовной семье. Кто-то очень помогал Прабхупаде, кто-то... на какое-то время оставил этот путь. Им дан был шанс каждому из них. И мы не знаем, недавно, по-моему, внучка, да, по-моему, Шупрапады утонула. Ставить она преданная из Камбо. Не все афишируется так просто. Вот. Все, ну там, сыновья, сын его пошел провожать, когда он уезжал в Америку. Последний вот его Вриндавана, как его звали. Да, вот. Одни имена, что значит? С детства ты Вриндаван. Поэтому какой-то, очевидно, прогресс, я думаю, что их отец Парамахамса, или там Адхикари, вот, они, несомненно, получили. Кришна сам говорит, даже если эти люди ничего не достигнут, благодаря просто одному члену этого семейства, все поколения освобождаются. Вот. Поэтому, если они внешне где-то не присоединились, что-то не сделали, мы не можем еще судить об их уровне духовного прогресса. А если вот ребенок родился вообще не в верующей семье, вообще не соблюдающей ничего, но под каким-то обстоятельством оказывается в другой семье, где с самых первых же дней получается, ну, все в обществе Кришны. Там, повезло человеку, что сказать. Что это за душа, что сразу... Тоже там, он просто думал, когда рождаться, где и у богатых родиться, или все-таки у праведных, небогатых. Кришна как-то ведет.
Если приводит к вам в дом каких-то детей, и вы преданные, естественно, это необычные души все равно. Не факт, что они достигнут совершенства, но у них все шансы развиваться будут. Вот. Гораздо больше в аштангах. Вот. Прабхупада не делает здесь различия. Родиться в такой семье, несомненно, большая удача. Но, как я уже говорил, билет дали, но из поезда нельзя выскакивать. Если человек не практикует и оставил духовную практику, не воспользовался своей удачей, своим шансом, своей возможностью, родившись в такой семье. Такой вопрос, скажите, небольшой. Если, с одной стороны, Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, да. С другой стороны, выбор есть, как это сочетается, что... Если я сделал, то не попробую. Кришна знает, что ты выберешь, не волнуйся. Ну как? Ты же не Кришна, тебе не понять. Мы его как-то все время ограничить хотим. Какие-то уловки придумываем. А может ли Кришна создать такой камень, который он не сможет поднять? Может. Создат и поднимет сразу. Нельзя материальным уровнем, на материальном кто-то, а логикой просто как-то заключить Кришну в какие-то рамки и тиски. Это личность выше нашего понимания. Мы сейчас не можем понять, что такое сойти с платформы ума. А хотим понять духовные истины, вечности, знания и блаженства. Это вне нашего опыта обусловленного. Но на освобожденном уровне все эти противоречия, они уходят. Абсолютно. Например, часто, вот логически, мы изошли из Кришны. Да? Значит, был какой-то момент исхождения. До этого что, мы не были с ним связаны? Непонятно. Непонятно. Тело такое говорит, мы всегда исходим из Кришны, вот так вот. И все. Мы всегда с ним связаны. Не было такого момента, когда мы не были связаны. Еще говорится, что преданные могут на райские планеты ходить, это как-то. Преданные могут уходить на райские планеты, но захотелось им на райскую планету, вот они туда ушли. Нет, но они, то есть они как бы. Здесь описывается, родиться в доме богатых людей, вот это могут туда тоже попасть. Не бедные райские планеты. Означает, что как Вишну, он обратился к полубогам, они все жалуются, молятся ему там. Вот демоны там достали. Говорит, давайте одним разом все проблемы решу, давайте все на Вайкунху. Они задумались. Нет, слушай, на Вайкунху не надо, ты здесь нам помоги. Это от души зависит. Куда она хочет попасть. И от милости Кришны. У меня такой вопрос. Вот, говорят, что специально с высших планет спускаются на землю, чтобы с земли попасть в верховную обитель Господа. Но вот на лекциях, я не помню, то ли на ваших, то ли на читании Чанарачарана Прабху, сказалось, что с высших планет, то есть с планет, можно тоже попасть сразу к верховной личности Бога. Я такого не говорил точно. Ну вот значит на лекции Читани Чандра Махараджа. Бхакти Санатана Госвами, у него есть прекрасная книга Брихат Бхагаватамрита. И он описывает Гоп Кумара. Гоп Кумар не мог на Голоку попасть, не родившись здесь на Говардхане. Поэтому, чтобы ему даже с планеты Вайкунхи попасть нужно было на Голоку, надо было получить Гопала мантру от гуру здесь на Бхава Вриндаване. Вот. Это говорит, я-то редко путешествую так вот, не знаю. Но Санатана Госвами вот так описывает. Брихат Бхагаватамрита, жизнь Гоп Кумара. И поэтому Шрила Прабхупада он объясняет, да, райские планеты слишком много чувственных наслаждений, и джива она не задумывается о духовной практике. Но если прольют на Радамуни там милость, и оттуда тоже можно уйти. Но чтобы попасть на Вайкунху, но чтобы попасть на Голоку, нужно определенное получить настроение Кришны, как Нанда Кумара, сына Нанды Махараджи. Для этого необходимо получить эту практику. Но планеты Вайкунхи вы ее не научите, не найдете. На райских планетах тоже этим никто не занимается. Поэтому Санатана Госвами говорит, необходимо вернуться на Бумандалу, родиться здесь на Земле. Все-таки с райских на землю и потом туда. Вам какая разница? Интересно. Интересно. Никакой. Вы уже вернулись с райских планет. Не один раз. Уже не один раз вернулись, поверьте мне.
Лучше туда уже не попадать. Сразу отсюда понятно. Возвращаться. Просто разобраться. Еще раз я говорю, Санатана Госвами объясняет, чтобы попасть на Галоку Вриндавана, Гоп-Кумару пришлось родиться на Говардхане, получить Гопала Мантру Гуру. Здесь, вот, здесь в Раджа Пуме. Можно? Да. Там речь, Брума Кадаш говорила о высших планетах. Высшие планеты — это не, ну, не только райские, а вот планеты мудрецов. Вот оттуда. Еще раз скажи, что сказал Санатана Госвами. Я не хочу комментировать эти вещи, они вне моего и вашего понимания. Я просто ссылаюсь на слова Ачарьи в данной ситуации. Спасибо. Все, я думаю, эту тему надо закрыть. Можно ли с райских планет попасть? Не хочу никого обидеть. В любом случае, вы уже попали в это тело. Так что путь райских планет уже вам сейчас не грозит. Надеюсь. Да, можете развиваться. Чари говорит, что с райских нет, а вот с высших планет. На Вайкунтху. Нигде не говорится про Галоку. Здесь спросили про Галоку Вриндавана. И тут же сказано было, что с Вайкунтхи, для того, чтобы на Галоку попасть, вы с Вайкунтхи, из духовного мира. Из духовного мира нужно даже обрести этот вкус расу. Сюда, а потом только пойти. Потому что вам никто на Вайкунтхи не даст эту расу. Никто не даст эту расу, поэтому мы себе даже представить не можем, что нам Господь Читание принес Шрила Прабхупада. Откуда люди стремятся попасть сюда, чтобы оказаться вместе с Шримати Радхарани и ее служанками? Мы не можем это понять, осознать, поскольку для нас даже планеты Вайкунтхи заоблачные грани пока. Туда уже хочешь забраться? В этот вопрос. Давайте закончим. Что отвечать так же, как я ответил, что ради получения расы, Господь Читания подтверждал. Ты просто отвечаешь, что какова судьба неудачливого йога, вот и все. Okay. Если в начальной стадии родишься в хорошей семье, в богатой, капиталистической стране, безбедно будешь жить. Можно и там. Если хорошо практиковал. Если лучше практиковал еще и достиг каких-то совершенств, тебя не привлекает материальный мир, но еще Кришна не раскрылся в сердце, тогда родишься в семье вайшнавов. Будешь дальше бедствовать. Может, в семье богатый. А кто рождается в семье богатых, да, вайшнавов? Надо вовремя остановиться. Вовремя остановиться. Итак, мы с вами прочитали 42 стих, то есть Кришна объясняет, что понятен сам принцип, куда попадают несовершенные йоги. 43 текст. Когда у Патамахуры в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущем жизни, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. То есть он опять подчеркивает Кришна, он ничего не теряет, в нем пробуждается духовное сознание, Будхи Сам Йогам. Что это такое? Опыт. Вот этот духовный опыт, эти духовные самскары, они глубоко сидят, они гораздо глубже, чем материальные самскары сидят. Вот эти впечатления духовные, они тоньше, потому что материальные самскары, они могут забываться, могут там стираться, перемалываться, но духовный опыт, он вечен. Вот это важно понять. Если мы получаем духовные эмоции здесь, где-то, предание, вот эмоции преданности, о чем, да, Матер спрашивал там на платформе Мани, эмоции, которые за платформой ума, эмоции, которые возникают от предания Богу, вот от предания тяжелого, натужного, радостного, разного, предания. Вот эти эмоции самскара, они вечны. Поэтому они пробуждаются, могут пробудиться Будхи Сам Йогам. Человек ничего не теряет, поскольку душа, она вечна. Прабхупада пишет здесь дальше интересную вещь. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны. Да, Кумрич, это Махараджа Бхарати, который стал Джада Бхаратой. Вот что Прабхупада вспоминает, что ничего даже не забыл. Вот. 44 текст, две вещи. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы.
Да, само собой. Прошлая практика. Пурва Абхьясана. Прошлая практика, она составляет вот эти следы. Хрияте, он привлекается сам. Вкус определенный испытывает. Бывает такое, вот, что преданный приходит в ИСКОН, там 2-3 дня, и как будто он всю жизнь здесь был. Как будто всю жизнь вот он практиковал. А кто-то 20 лет, и все как не родной. Поэтому это все определенные самскары тоже прошлого, они могут влиять на человека. Прабхупада пишет, йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют ведические обряды и ритуалы. Но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. То есть его не привлекает, успешного йога не привлекает материальное процветание. Он равнодушно, спокойно к этому относится с детства. Нет этих интересов в его сердце. 45-й текст. Он усердно занимается практикой йоги, и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Спустя множество жизней, при этом он как практикует? Праянтам. Праятнат. Упорные занятия. Много жизней напрягается, упорно трудится. Здесь не говорится, что он в расслабоне, просто не делает, что хочет, и в конце концов. Упорно трудится человек такой. Прабхупада пишет в комментарии, сознание Кришны – высшая ступень процесса очищения. Точка. 46-й текст. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Угу. Лестница определенная, да, здесь описывается? Лестница. Карми, гьяни, тапаси. Йог занимает более высокое. То есть первое – это карми, низшая, даже карма-йоги, на самом деле, потому что они, сакама, карма-йоги, они мечтают все равно о райских планетах. Хочется оттуда пройти уже на Галоку именно, не пройти мимо. Сакама, карма-йог, но выше них гьяни. Гьяни, они к чему стремятся уже? К освобождению из этого материального мира. Они в этой системе, в этом стихе описывается, они более выше, чем просто гьяни, еще тапасви, которые совершают эти аскезы, они выше. Потом йоги, которые медитируют на параматму, они выше, чем даже эти тапасви. Йоги, которые медитируют на параматму. Но кто же лучше из йогов? Скажем, в стихе 47. Аскет чем лучше? Гьяни тогда? Аскет, но его может уже мотивация быть, не обязательно, что он стремится к освобождению. Да? Он уже способен именно заниматься вот этой аштанга-йогой. Не каждый гьяни может заняться аштанга-йогой, мистической практикой. Да? Не любой саньяси. Да? Он предписывает, саньяси живет на уровне нишкарма-карма-йоги, он отречен от деятельности, может быть, даже. Но он не обязательно, что способен совершать эту аскезу, тапасию. И поэтому здесь говорится, что он повыше, вот, потому что тот может потом медитировать на параматму. Потому что гьяни, как правило, персональным знанием, гьянаканда, это, как правило, персональное знание, лишь бы не страдать. Их не интересует параматма, в принципе. Ну, просто лишь бы зубы не болели, и хорошо уже, как бы. Люди не хотят страдать, поэтому это более низший аспект мотивации. А тапасви и йоги, мистики, они уже могут прийти к осознанию параматмы. Благодаря. И мы сегодня же с вами обсуждали, естественно, есть разные уровни, если этот йог находится на низких уровнях, да, но если он достигает высоких уровней, конечно, он выше, чем просто гьяни, человек, который стремится просто к освобождению, да, он уже свободен от материальных, гьяни, вот этот человек уже свободен от материальных желаний полностью, но еще не понимает, кто он в отношениях с Кришной. Поэтому в 47 стихе, который нам надо выучить наизусть, давайте его вместе повторим. Тапаси от йога чем отличаются? Тапаси – аскеты, да, они совершают аскеты, но они еще тоже несовершенные, они не медитируют на параматму. В данном случае, когда здесь объясняется йога, аштанга-йога, все-таки самадхи человек достигает, все-таки у него есть уже цель – медитация на параматму. А тапаси, они просто занимаются этим процессом, аскезы совершают определенные, да? Но
здесь так делится, что они еще не медитируют на параматму. То есть кто-то медитирует на параматму, он высший йог. Да, вот этот, в принципе, аштанга-йог, который достигает совершенства, по этой лестнице он считается возвышенной душой, высший йог. Вот. Понимаете, да, что в данном стихе, когда говорится, йог намного превосходит аскета, философа, человека, стремящегося к плодам. Говорится, тот, кто на параматму медитирует, да. Там разные мотивы могут быть, да. Некоторых людей просто привлекает аскеза.